Приветствую вас, друзья! Спасибо, что вы со мной. Спасибо за поддержку. Итак, сердце. Вот смотрите, многие люди умирают именно от остановки сердца, от так называемых сердечно-сосудистых заболеваний. И есть очень много разных советов, рекомендаций о том, как укрепить сердце, какие продукты, может быть, кушать, какие не стоит кушать и так далее. Конечно, в целом все важно. Но вот одна самая главная, самая важная вещь, которая губит ваше сердце, вот от нее нужно избавляться. Это переживания. Вот если вы человек чувствительный, там, часто переживаете, к примеру, за своих близких, за своих детей, может быть, за себя самого, за состояние ваших дел, рисуете какие-то мрачные картинки, и вот это создает напряженность для вашего сердца, вот это губит ваше сердце. И в таком состоянии мотора, конечно, как говорится, надолго не хватит. Вот что нужно сделать? Как убрать вот эти переживания, избавиться от них? Есть очень много разных, ну, скажем так, практик. Вот я сейчас поведаю вам об одной из самых простых и эффективных. Вот смотрите, как только погружаетесь в какие-то переживания, ну, какие-то события, может, произошли, начинаете переживать, сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Вот насколько можете задержите, там, на 20 секунд, на 30, может быть, даже на минуту сможете задержать. И вот в процессе задержки дыхания замедлите свои вот эти негативные мысли. То есть как в замедленном кино, вот эта картинка негативная, образ негативный, вот все, что связано с вашими переживаниями, замедлите. Вот словно вы смотрите замедленное видео. 20, там, 30 секунд, сколько сможете, все это замедляйте, а потом выдохните. Выдохните вот эту всю напряженность, весь негатив. И ваше сердце, оно сразу же придет в норму, вот в этом процессе. То есть спадет вся напряженность, будет нормальный ритм работы сердца. И уйдет вот это, вот эти переживания. Потому что в процессе замедления, в процессе задержки дыхания и замедления, сами переживания, они просто сводятся к нулю. И вот такую практику делайте регулярно. И вы укрепите свое сердце и научитесь быстро и легко избавляться от переживаний. И еще, друзья, вот есть такая дыхательная практика, которая реально замедляет старение и в буквальном смысле омолаживает человека. Обязательно посмотрите видео, которое всплыло сейчас. Это будет очень полезно. Благодарю вас.